Здравствуйте, добро пожаловать в Южную Америку. Вовсю идет отборочный турнир к чемпионату мира 2002 круга. Мы с вами в Парагвае. Что ж, пора начинать с центра поля. Еще одна передача вперед. Опасный момент. Мы видим, что Анхель Ди Мария отдал, выпустил, не сумел туда отобраться. Атака хозяев, удар по воротам. Да, и Эмилиано Мартинесу тоже придется сегодня держать ухо востро. И аргентинцы мяч выбивают недалеко. Еще. Сильва самый старший. Вот из тех футболистов, которые на поле. Сейчас атака аргентинцев. Удар по воротам. Сильва выручает. Очень опасный момент. И еще он не завершился. Это уже куда менее опасно, чем удар Хоакина Коррея. Завершал атаку Паредес. Он на ваших экранах. Это он бил издали. Ну а вот как справиться... И можно пробить. Месси, тонкая передача. Коррея! Коррея не забивает, но никаких «но». Потому что следом за вратарем еще и защитник надежно сыграл. На тоненького, но отбились парагвайцы. Очень непросто им приходится. Альдерета, вот он сейчас был в припауль. Месси бьет. Рядом со штангой мяч проходит. Удар от ворот. Их соперник из других континентов выходит в рад. Ну вот и свисток на перерыв. 70% времени. Второй тайм начинается. Защита и передача. Родриго де Пауль. Прострел. Опаснейший момент. По центру не будет, что там у Аргентины. Но момент опасный. Альмирон. Удар по воротам. Великолепно вратарь играет. Во второй раз в сегодняшнем матче. Целая группа футболистов может это сделать. Смотри, занято в этой живой изгороди. Месси бьет. Слишком высоко. Здесь Ди Мария, навес, Коррея бьет по воротам, защитник помогает своему голкиперу. Еще один опасный момент, Вильясанти, вот это кто, это дожать Арсаменди, прострел, удар по воротам. Как давило, так и давит, удар де Пауля, каратация для него благо, атака Парагвая, опасно, Санабрия в дальний угол не попадает. Гораздо острее во втором тайме стал играть Антонио Санабрия. Ну и Вильясанти в этой атаке поучаствовал. Еще одна атака Аргентины. Удар по воротам. И опять вратарь. Опять вратарь шикарно действует. Мяч летел в девятку. Бил Папу Гомес. Ну и тактики при подаче углового. Навес. По-моему, мяч в ворота подкручивался. Вот Отаменди досталось. И пас хороший. Момент возникает. Удар над перекладиной. Мяч летит. Хорошая, стремительная атака. Завершал ее Карлос Гонсалес. И дает финальный свисток. 0-0. Парагвай и Аргентина во второй раз в этом отборочном цикле разошлись в ничью. Это по-настоящему боевая ничья. И Аргентина по-прежнему без поражений. Все на этом. Вместе с вами интересный футбол смотрел Олег Пиров.